И, леди и джентльмены, с вами Джейк Мор, и сегодня мы с вами будем готовить меринговый рулет. Нам понадобится 6 белков бобов, щепотка лимонной кислоты, прям вот, тут, опа, и щепотка лимонной соли, ёпта. Так. Избиваем это все до белых пиков. Чтобы получилось вот так. Теперь мы постепенно добавляем сахар. И продолжаем все это взбивать. У нас должно получиться вот так. Видите, ничего не упало. Значит, готово. Теперь мы берем 20 грамм просеянного какао и 40 грамм кукурузного крахмала. И все это вот сюда. Нам нужно полученную смесь выложить сюда ровным слоем. Вот таким относительно ровным слоем я все это выложил. И сейчас отправлю в духовку на 160 градусов 25 минут. Теперь мы возьмем 300 грамм творожного сыра, у меня здесь 400, поэтому я вот отделил, и сюда. Дальше 40 грамм сахарной пудры и 200 миллилитров сливок 33%. Видите, они прям это не хотят. И взбиваем. Теперь мы добавим 100 грамм растопленного шоколада. У меня вот он такой, обычная Аленка. И добавляем непосредственно его к нашей массе. Вот такой крем у нас получился. Соответственно, мы сейчас дождемся, пока у нас допечется наш меринговый рулет. И будем все это собирать. Далее мы достали нашу готовую меренгу. Вот у нас она подпеклась. Мы накрываем сверху пергаментом. И вот так вот перевернем. Теперь давайте наносить наш великолепный крем на нашу меренгу. Таким равномерным слоем мы распределили наш крем. И теперь мы начинаем просто сворачивать. Все, теперь вам остается эту меренгу только украсить, но я сначала ее положу на 30 минут. В холодильник. Вот такой вкусный и красивый меринговый рулет у меня получился. Готовил его впервые. Поставь лайк этому видео, напиши в комментарии, удалось ли мне сделать меринговый рулет или нет. Ну а с вами был я, Джейк Мора. Подписывайся на этот канал. Здесь вкусно. Погнали!